Сейчас у нас ночь с четверга на пятницу. Я записываю на диктофон на телефоне. И надеюсь, что вы уже видели предыдущий ролик «Хроники жизни на ранчо» от 28 числа. Сегодня, в принципе, уже 29 число. Или даже 30-е. И я вот, просмотрев этот свой ролик, да, что-то как-то это, проностальгировал слегка. Потому что, когда я приехал с ранчо, я посмотрел на себя в зеркало, ну, когда умывался и зубы чистил, посмотрел в зеркало, смотрю, что-то я прямо это, исхудал конкретно. Пошел на весы, взвесился на весах, и оказалось, что это... У меня 68,5 килограммов сейчас веса, да? 68,5. А вот совсем недавно, где-то, ну, больше, чем полгода, меньше, чем год, я весил под 80. Представляете? 68 и под 80 килограмм. Я даже часть одежды купил на размер больше, потому что я уже как бы не влезал в старую одежду, да? Ну, то есть, в М-ку я уже не влезал, вот, и мне пришлось покупать L, и то L уже было как бы, ну нормально, впору, может быть, уже 2L готовилось бы, да, вот. А сегодня посмотрел, смотрю, 68,5 килограмм, вот, и думаю, ну, что-то прямо я это, вроде бы, как бы питался нормально, да, и двигался в меру, не переутруждался сильно, но все равно похудел прямо конкретно. А потом я это самое, думаю, дай-ка я посмотрю свои старые фотографии, вообще проанализирую эту ситуацию. Вот сейчас вы видите фотографию, так, 72-го года, кажется, это когда мне было 18 лет. 72-й, так, да, 18 лет мне было. Это первый стройотряд. Я уже был студентом второго курса. Вот начался второй курс. То есть это между первым и вторым курсом, да. И вот летом я первый раз поехал в стройотряд. Вот я тут сижу это, с гитарой, да. Вот этот пацаненок, который помельче, это не студент. Это трудновоспитуемых. Тогда была такая традиция, в каждый стройотряд со студентами брали из детского дома или откуда-то, или там с комнаты милиции, какого-нибудь трудновоспитуемого подростка. Вот, его одевали в такую же форму студенческую, ну, стройотрядовскую. И вот тут на этой фотографии нас запечатлели. Я что-то там играл, не помню уже что, естественно, сейчас уже не вспомню даже. И ему это, видимо, нравилось. Ну, видимо, что-то блатную какую-то мелодию пел, там, может, мурку какую-нибудь, не знаю, да. Вот, и вот, это, между прочим, фотография с газеты, с Самарской газеты, вот, крупной газеты, где вот нас так запечатлели почему-то. Я даже не видел, кто там фотографировал. И вот на тот момент, при том же самом росте, что и у меня сейчас, у меня тоже самый рост, что было тогда, но, может, даже еще на сантиметр меньше, и мой вес начинает возвращаться к тому весу. А в то время я весил 65 килограмм, 68,5, да. 65 килограмм тогда было. Вот. А вот на этой фотографии я здесь, по-моему, на первом курсе, то есть на год раньше. На год раньше, да. И вот тогда я уже, ну, более-менее серьезно занимался боксом, да. Видите, я тут с гантелями стою, такими примитивными советскими. Это дома, это моя вот комната личная. Вот сзади я смотрю, я вспоминаю вот этот будильник вот этот, да, часы-будильник. Я по этому будильнику утром рано вставал, чтобы ехать это самое, в институт. Это был, видимо, первый курс. Это было вот начало первого курса. Значит, мне здесь где-то 17 с чем-то лет. До 18 примерно так. Или 18, уже не помню. Ну, примерно, ну да, где-то 17, наверное, лет. Кончил школу, первый курс. Вот, я тут занимался боксом, вес у меня был вот где-то, да, 65-67 килограмм. Вот, у меня мало фотографий сохранилось, у меня их было раньше много. Они все, ну, естественно, уже сколько лет прошло, поисчезали, да, бесследно, можно сказать.
И я вот сегодня в зеркало на себя посмотрел, на исхудавшего, да, после 80 практически, там 79-80 килограмм было, посмотрел на себя исхудавшего, я смотрю, у меня тело стало вот один к одному вот такое. Вот здесь мне 18 лет, а сейчас мне 67 лет. То есть плюс 50 лет, грубо говоря. Представляете, 18 и 67, ну, 49-50 лет прошло, и я сейчас начинаю возвращаться вот в эту форму. Я смотрю вот в точности, ну, на лицо можно не смотреть, и на волосы, да, там, конечно, другой человек. Но вот то, что ниже подбородка, ну, практически то же самое, что есть и сейчас. У меня сейчас 68,5, и я практически возвращаю свою молодость по телу, по крайней мере, да, так, издалека, если смотреть, ненапряженно. Я офигеваю. Следующую фотографию, которую видите, я тоже откопал. Это мне единственная армейская фотография на сегодняшний день. Может, они еще где-то есть, надо сестру спросить, может быть, есть. Вот, это я нахожусь, это, во-первых, мне сейчас тут 23 или 24 года, я точно не помню, 23 или 24. То есть я закончил институт, 6,5 лет, и это, не помню, в каком году я тут сфотографировался, то ли первый год, то ли второй год службы был. Ну, а тут я нахожусь в полной армейской экипировке своей. Я тут, это второй год, тут две звезды, я младший лейтенант. Младший лейтенант. А нет, первый год. Я уже все запутался. Первый год младший лейтенант по выпуску с института, а второй год я уже заканчивал старшим лейтенантом. Поэтому это первый год службы. Я еще, видите, такой неоперенный совершенно. Такой у меня этот самый вид такой, конечно, не армейский, можно сказать. Вот. Ну вот, 23 года здесь мне. Значит, 23 года. Это я нахожусь сейчас на заднем дворе нашего офицерского общежития. Офицерское общежитие, где-то рассказывал когда-то, это старый немецкий трехэтажный дом, и вот там было типа офицерское общежитие, вот там мы жили, это внутренний двор, а там за вот этим забором еще какое-то, я уже не помню, что это за здание было, даже не обращал внимания, тоже заброшенный какой-то особняк старинный немецкий, там дофига, это город Неман, дофига там было таких исторических мест, сейчас наверняка это уже ничего не сохранилось. Видите, дерево сзади побеленное, и звездки белили, траву не стригли нифига, вон трава не стрижена, никогда там понять не имели стричь траву, а вот деревья белили, ну и траву не поливали, естественно. Вот, и вот я вот такой вот это самое, вот у меня этот ромбом, вот этот ромбом значок, да, это значок по окончанию института КУАИ, Куйбышевский авиационный институт, а второй – это гвардейская часть. Я служил в гвардейской части. Вот два значка. Потом мне еще медали, после окончания службы у меня 4 медали прибавилось. Вот офицерские сапоги, галифе, видите, портупея, все как положено. Вот. Ну, с этим временем тоже связано много интересного. Вот там, значит, сейчас расскажу, допустим. Вот, расскажу примерно такой интересный момент. Ну, просто я сегодня это опять вспоминал там про боевые единоборства, то да сё. И вот смотрите, вот такой мой внешний вид, да, совершенно невинный, как бы не боевой, там то да сё. Но в то время я уже был кандидатом мастера по боксу и еще занимался карате уже до армии, да. Вот, немножко карате занимался, после армии уже серьезно занялся. Ну, по крайней мере, боксом и серьезно занимался. Вот. И вот там в армии был случай, потом, если что, я, может быть, подробнее расскажу. Почему сейчас про это рассказываю? Потому что сейчас очень популярны стали бои на голых кулаках, да? То есть официальные бои на голых кулаках, реально там людям обматывают кулаки, предплечья обматывают бинтом, но оставляют кентосы, то есть эти ударные поверхности оставляют необмотанными. И вот у меня там был такой случай в армии, да, когда я дрался с офицером, реально дрался, да, с таким же офицером, как я, то есть как бы это было не запрещено, с солдатами нельзя было драться, а с офицерами, в принципе, можно было, да, причем так и втихаря, один на один. Вот он был борцом, а я был этим боксером. Так вот, вот при таком внешнем виде, при такой конституции худощавой, и вес у меня был 67, вот к чему я сейчас возвращаюсь, да, сейчас мне 68,5, возвращаясь к 67, почему я говорю, что я молодею? Я чувствую, что вот
тонус моего тела, да, приходит как бы на 50 лет назад, в молодость. Вот в это время, когда я был вот этим офицеричком, да, ну, получилось, что мы с ним подрались. Так вот, я нанес всего несколько ударов, сейчас скажу, раз, два, три, четыре, четыре удара, кажется, да, четыре удара я нанес, только четыре, ни одного лишнего движения. И он получил шесть рассечений, мы зашивали конкретно рассечение на голове, шесть рассечений, но я нанес только четыре удара. Представляете, какой у меня был костлявый, жесткий, мощный кулак, да? Что четыре удара, шесть рассечений. Я смотрю сейчас вот эти вот бои без правил, где на голых кулаках, им на голых кулаках, подчеркиваю, да, они там три раунда дерутся, да, и бывает зачастую даже, что за три раунда у них там или вообще не бывает рассечения у одного из них, да, или там одно или два рассечения, и такой, ну, такие даже незначительные. Я тогда за какие-то там 10-15 секунд, когда он там пытался меня побороть, я нанес ему 4 удара и сделал 6 рассечений. На следующий день я увидел заштопан, у него прямо конкретно зашиты были все эти рассечения. Вот что значит возвращаться к своему исканному, природному весу. То есть 68,5, я могу даже сейчас даже опустить до 67, вернуться на 50 лет назад и буду вот таким же опасным, человеком, каким я был 50 лет назад. Вот. Ну, это все шутка юмора, конечно, в основном. Но не, да, как сказать, может быть, и не шутка юмора.